Cherry Tiggo 4, новый Tiggo. Сегодня будем ставить сетку в бампер, ну и снимать его соответственно. Начнем с болтиков, которые крепят вверх бампер к телевизору под ключик на 10. Нам лень, поэтому мы используем шуруповерт. Следующее, что пришло на ум, это шурупы в колесной арке. 3 штучки под крестовую отвертку. Слева и справа одинаковые. Расширитель колесной арки прикрывает бампер, держится на защелках, но сразу его отщелкнуть не получится. Вот нижняя защелка легко отщелкивается, а дальше мы пока трогать не будем. Полезем вниз бампера, там тоже понадобится крестовая отвертка и ключик на 10. Откручиваем вниз бампера. Так, теперь берем головку на 7 и, как ни странно, откручиваем вот эту декоративную накладку. Там есть такие шурупчики под ключ на 7. Она тоже держится вместе с бампером. Все, теперь низ бампера начинает ходить ходуном. Ну что, теперь можно отодвинуть подкрылок и просунуть руку вовнутрь, чтобы отщелкнуть защелки расширителя колесной арки. Вот они такие, изнутри нажимаем на язычки и отщелкиваем. Иногда легко, иногда сложно. В крыле дальше стоят клипсы. Нам нужно этот расширитель раздвинуть немножко, чтобы можно было достать до шурупчика в углу бампера. Вот. С верхней защелкой слева не было проблем, а вот справа были проблемы. Она не хотела отщелкиваться, и рука туда не подлазит. Поэтому пришлось замутить вот такой специнструмент. Тонкое лезвие, которое для безопасности скотчем обмотали. И этим лезвием нажал я на язычок. Вот на этом более удобно, понятно, видно. Вот на край язычка нажал. Язычок отодвинулся, и можно отщелкнуть расширитель. Есть, конечно, другой вариант, просто дернуть посильнее, надеясь, что все будет ништяк, но это не про нас. Вот тот самый шуруп, который надо открутить. Ну, опять же, с обоих сторон они одинаковые. Прежде чем отщелкнуть бампер из кронштейна, я обычно смазываю его консистентной смазкой, так легче и надежней. Меньше вероятность того, что язычки отломятся. Вот легко левой рукой все получается. Смотрим дальше. А дальше у нас получается под фарой тоже такой небольшой кронштейн есть. Туда, конечно, смазка не попадет. Но не смазывать перед снятием как-то не по фэншую. Все аккуратно шевелим, расшевеливаем, сдергиваем. Сейчас покажу язычки эти. Сначала с одной стороны, так потом со второй сказать. Аккуратненько. На снятом бампере вот они, эти язычки, которые защелкиваются в кронштейн. Слева и справа примерно одинаково. И прежде чем скинуть бампер, надо будет еще отсоединить ДХО. Разъемчики обычные, похожи на вазовские, может быть, они даже и вазовские. Все с двух сторон. А вот, собственно, то, зачем мы его разбирали, снимали.
Поставили сетку. Сверху 25 сантиметров сетки хватило, а снизу остатки сантиметров 10. На живой машине смотрится очень классно. Вот эти все отверстия, куда могли залететь камни, все сеткой закрыло, и еще она так блестит красиво. В общем, результатом остались все довольны. Всем спасибо, всем пока.